Всем привет, с вами Иванюк Клим, и сегодня мы с папой будем делать хашламу. Хашлама – это восточное блюдо, сделано из слоев мяса, потом овощей, мяса, овощей, и так весь казан. Делается все это на казане. Казан сделан из железа, который называется чугун. Хашлама готовится на огне. Правильно. Заливаясь или водой, или бульоном, или пивом. Сегодня мы будем заливать темным пивом. Сейчас я вам расскажу, чем отличается темное пиво от светлого. Нефильтрованное пиво, оно делает кислинку в этом блюде. Сегодня мы будем делать из темного пива. Темное пиво делает горчинку. Значит, сегодня мы будем делать из темного пива. Сегодня у нас будет несколько видео, поэтому вы сможете поставить всем видео лайк. И, пожалуйста, я вас прошу, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Всех обняли! Всех обняли, пока! Всем привет!